фармакологическое действие. Улучшает эрекцию и повышает возможность проведения полноценного полового акта. Препарат действует в течение 36 часов. Эффект проявляется через 16 минут после приема препарата при наличии сексуального возбуждения. Показания. Эректильная дисфункция. Противопоказания. Повышенная чувствительность к тадалафилу или любому другому веществу, входящему в состав препарата. В случае приема препаратов, содержащих любые органические нитраты. Возраст до 18 лет. Тяжелая степень почечной недостаточности. Одновременное применение со стимуляторами гуанилоациклазы, такими как реоцигуат. Наличие противопоказаний к сексуальной активности у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, инфаркт миокарда в течение последних 90 дней, нестабильная стенокардия, возникновение приступа стенокардии во время полового акта, хроническая сердечная недостаточность, неконтролируемые аритмии, артериальная гипотензия, неконтролируемая артериальная гипертензия, ишемический инсульт в течение последних 6 месяцев, потеря зрения вследствие неартериальной передней ишемической нейропатии зрительного нерва, одновременный прием доксазозина, а также лекарственных средств для лечения эректильной дисфункции. Часто, более 2 раз в неделю, применение у пациентов с хронической почечной недостаточностью, дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Способ применения и дозы. Принимать внутрь, как минимум за 16 минут до предполагаемой сексуальной активности. Рекомендуемая максимальная доза препарата КУПИ-36 составляет 20 мг. Максимальная рекомендованная частота приема – 1 раз в сутки. Пациенты могут осуществить попытку полового акта в любое время, в течение 36 часов после приема препарата, для того, чтобы установить оптимальное время ответа на прием препарата. Особые указания. Сексуальная активность имеет потенциальный риск для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому лечение эректильной дисфункции, в том числе с препаратом КУПИ-36, не следует проводить у мужчин с такими заболеваниями сердца, при которых сексуальная активность не рекомендована. Условия хранения и срок годности. Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 градусов. Хранить недоступным для детей месте. Срок годности 2 года. Не применять по истечении срока годности.